обзор новостроек из поезда ЖК «Кавказ». Прощай, Витязева. Нахожусь сейчас в пути. Вот, проезжаем Варениковскую. Прошло 2 часа в пути. Я так понимаю, это какой-то сортировочный пункт. Место, про которое я говорила, мы приехали именно на сортировочный пункт. Не знаю, сколько здесь рельсов, но их тьма тьмущая. Прошло уже 2,5 часа, как я в пути. Немного не по себе, потому что до сих пор одна. Итак, я в пути уже 4,5 часа. Практически подъезжаю к Краснодару. Вот мы и приехали в Краснодар. Уже началась платформа. В общем, как-то так. На этом дневничок Анапа-Краснодар закончен. Привет, Воронеж. Не смогла удержаться, не выбежав, потому что здесь снежки. Можно играть в снежки, даже до сих пор покапывает снежок. Кайф. 1000 лет не видела снега. Даже не думала, что так соскучусь по нему. Выходишь и сразу утопаешь.
Еще прикол в том, что осенние ботинки, вот вообще я забыла про то, что в средней полосе снега навалило, надо перед выходом сапоги зимние хоть достать.